А вот некоторые подростки на Урале не очень любят учиться и накануне, перед 1 сентября, просто сбежали. Ну вот, пятерых из них не нашли еще, полицейских еще разыскивают. За ночь им удалось вернуть в учебно-исправительное учреждение 28 человек, но еще около 50 пришли самостоятельно, нагулялись и решили вернуться. Как объяснили сами подростки, они удрали по двум причинам. Во-первых, не хотели идти на занятия 1 сентября, как я вам уже сказал. Ну а во-вторых, их возмутила грязная посуда в столовой. Видимо, там такой замечательной столовой, как в гимназии 14.09, нету. Якобы именно поэтому они начали бить тарелки, окна и вообще крушить все вокруг. После этого подростки, как в кино, перекинули простыни через забор и попросту скрылись. В рамках доследственной проверки сотрудниками Следственного комитета будут опрошены как подростки, участвовавшие в инциденте, так и другие воспитанники училища. Кроме того, будут проведены опросы представителей администрации спецучилища, преподавательского состава. Будет истребована и проанализирована документация, касающаяся должностных полномочий сотрудников училища, а также вопросов обеспечения пребывания воспитанников и охраны учреждения.